Налоговые органы страны совсем скоро ожидает реформа. ФНС переходит на двухуровневую систему управления. Тверская область не исключение. Какова цель этих шагов и что изменится для простых граждан, мы рассказываем в следующем материале нашего выпуска. С 18 сентября налоговые органы переходят на двухуровневую систему управления. Все инспекции будут напрямую присоединены, например, в Тверской области к региональному УФНС и станут его структурными подразделениями. Места их расположения при этом останутся прежними. Точки приема сохранятся. Это будут обособленные подразделения. Они у нас сохранятся в городе Твери, в городе Бежецке, в городе Вышний Волочок, в Кимрах, в Нелидово, в Осташкове, в Оржеве, в Торжке, в Конаково. График приема граждан в будущих обособленных подразделениях останется неизменным. Понедельник, среда с 9 до 18:00, вторник, четверг с 9 утра и до 8 вечера. По пятницам рабочий день, как всегда, будет короче – до 16:45. Что касается нововведений, то при сдаче отчетности с 18 сентября необходимо указывать код налогового органа – 6920. Кроме того, станет необязательно обращаться именно по месту прописки. Любой налогоплательщик в любом налоговом органе сможет получить, вне зависимости от того, где он проживает, да, и где ранее он получал услуги, может получить любые услуги. То есть может представить свою декларацию 3 НДФЛ, не обязательно с привязкой к тому месту жительства. Например, проживая в Торжке, он может спокойно представить декларацию и у нас в городе Твери. В Федеральной налоговой службе отмечают, что переход на двухуровневую систему позволит оптимизировать управление и добиться единообразия применения правовых подходов, а также повысить качество оказания услуг.